Всем привет! И это мой небольшой отзыв о курсе «Спиральная динамика» от Евгения Тюрина и Нины Лопатиной. Спиральная динамика – это эволюция ценностей человека, и не только человека, но и общества в целом. Наш путь развития спиралями, витками от бежевого уровня к коралловому. Становится понятно, какие ценности, какие смыслы тобой двигают, что нами управляет. Лучше понимаешь и себя, и ситуацию, и вообще мир в целом. Перестроилось мое отношение с людьми. Я стала более гибкой, ушла какая-то категоричность. Я очень четко поняла значимость лидерства для ведения своего дела. И мы видим свои ценности, все свои достоинства и недостатки. Видим точки роста, куда стремиться. Нина с Евгением очень понятным языком и совершенно разными словами описывают каждый уровень, рассказывают, как по нему двигаться, на что надо обращать внимание. И это все вместе создает такую объемную картинку, куда ты помещаешь себя, свое окружение и четко анализируешь все это, расставляя все по своим полочкам. Как библиотека. Когда в библиотеке порядок, все книги по полочкам, их очень легко найти. Так и здесь. Спасибо Евгению и Нине за этот мощный психологический тренинг. В нашем огромном информационном поле иметь инструмент структуры – это очень ценно. Все на тренинг по спирали динамики.